Я сейчас собираюсь поехать в Москву. Я... Дружки, пацаны, клинчане мои, кто живет в моем районе? Смотрите, в Москве есть доширак плюс. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. Так, всем здорово. Приветствую всех своих дорогих зрителей. Я последним видосом попросил, чтобы новый ролик был 30 лайков. Но я вижу, вы как не особо хотите 30 лайков набирать. 10 лайков, да и то с трудом набрали. Что-то у меня вообще все плохо с каналом. Короче, я сейчас собираюсь поехать в Москву, там погулять. Это, не знаю, будет видос как влог. Может, будет место, куда можно залезть. Хочу там по Ашану прогуляться. Ну, короче, ребят, сейчас иду на станцию, ну, на электричке. Да, туда доехать хочу. И увидимся в электричке. Короче, пацаны, я еще не в электричке, но я уже купил себе вот такой билетик, это чтобы, короче, в электричку сесть. Короче, ща поедем, все забыть. Пацаны, только что сел, короче, в электричку. Пацанами. Мы стояли эту электричку, ждали. Минут 40, это пиздец, просто жопа. Ща едем, ой, сори, ща едем в Москву, к чикам там, в Москов-Сити. Погуляем по ночной Москве, встретим блогеров получше, чем я, конечно. Еще увидимся. Я уже еду очень-очень долго. Жесть вообще. Хер знает где. Я посмотрел по карте, но я еще не до Москвы, ну, типа, только доезжаю такой. Поэтому скоро буду выходить. Я не знаю, говорить нечего. Вот, да, где я еду? Что за елки? Что такое? Что за деревья? Где Москва? Я хочу в Москву. Закончим? Где-то 2 часа ехали. Сколько мы ехали? Фон, сколько мы ехали? И только что приехали. Где, блядь? Пиздец! Охуеть! Просто... Это... Как это называется? А, вон Лукойл сзади меня. Сейчас. Бля, не видно. Короче... Сзади меня Лукойл, я сейчас не могу покажу, что это в жопе. Че, погнали куда-нибудь, я не знаю.
Пацаны, я хер знает где. Короче, много всяких магазинов, центров. А что это? Бля, как туда? А, вот. Щелочка. Фу. Пиздец, я в Москве. Я хер знает где. Я хер знает, как отсюда уехать. А да похуй, я в Москву хотел всегда. Ну, давно не ездил. Так. Что тут есть интересно? Там какой-то спортклуб. Да? Ух, нихуя! Кальяна пахнет. Кальянка, там черепушка такая красная. Такие спанч бобы. Показывают. Тут красиво, пиздец. Просто смотрите. Нормально. Не то, что в таком населении, где я. О! Здорово. Оу, щит, как же это все красиво. Ух ты, пиздец, как же это охуенно. И аудюха тут. Просто. Просто САС. Просто САС. САС, больше нет слов. Короче, пацаны, зашел в магазинчик. И тут такие вкусняшки, сейчас покажу. Я себе мармеладки купил. А могу ща. Крост. А что это значит, я не знаю. Пацаны, ни одного нормального магазина найти не могу. Ни одного нормального магазина я найти не могу. Тут одни столовые какие-то. Какие-то винотеки всякие. А, ну это, короче, типа, где вино продается. Короче, пацаны, клинчане мои, кто живет в моем районе. Смотрите, в Москве есть Доширак Плюс. 55 рублей стоит. Доширак Плюс. У нас, там, где я живу. Еще здесь такого нету. Там он здесь стоит. Не доехал, да. Это я хз, новый нет. Есть у нас такой? Есть. Такой, не знаю, тоже есть, нет. Здесь много чего нового в магазинах. Пиздец вообще. Просто. Чего здесь только нового нету? Пацаны, то, что я говорил красиво, это, конечно, я видел покрасивее. Просто давно не был в Москве, а так это всего лишь Москва и все. Подземку идем, короче. Оу-е. Почему? У меня что-то камера вылагала. Вот, все нормально. Я хотел сходить до центра, чтобы встретить какого-нибудь блогера. Я просто знаю, ну, я видосы смотрел. Ну, не я. Короче, друг мой, Руф Клин. Много кто его знает. И... я хотел, короче, он знает, где тусят такие, как Литвин там. Короче, забейте, просто там в одном месте тусят блогеры всегда. И я хотел, короче, сюда прийти. Вдруг я бы их встретил. Но, блядь, просто вы не понимаете. Это очень много времени занимает, чтобы до центра Москвы дойти. И это жопа, Москва такая большая, что я сюда доехал только за 2 часа. То есть это все реально, это люто тяжело, поэтому, пацаны... я не знаю. Просто вот Москва. И все. Нечего больше записывать. Но я еще как-нибудь поеду. Может, у меня получится заснять. А так, пацаны, я не знаю. Короче, пацаны, погуляли. 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 Все, короче, ждем. Купили еще билетики. Билетики. Ага. Короче, ждем электричку домой. Эх. Так не хочется в наш колхоз возвращаться. Ну что делать, у меня там дома. Прощай, Москов Сити. Литвина я так и не встретил. Хотя на что я надеялся? Вот я дебил. Покажи. Вот билетики. Это на котором мы ехали, да? У меня вот, блядь. А вот это вот, который сейчас мы уезжаем. Мы ехали на каком-то... Вот цены покажи. Жаловаться надо.
Ну и что, 207 рублей. Че, еще достань сейчас 207 рублей. Че достань. Ну две, и че 207 рублей, и че? Ну и че, еще? По нулю. А у нас ноль. Да я знаю, для блатных там по нулю, короче. Короче, пацаны, возвращаемся домой. Едем. Прогулялись так чуть по Москве. Устали все. Да. Да. Заебались, я бы даже сказал. Пацаны, короче, едем уже час. Заебался. Я устал. Фон, ты устал? Абуфон. Фон, ты устал? Ты чё? Да, я устал. Буфон тоже устал. Колян, ты устал? Да, устал. Давай нормально, не стесняйся. Короче, мы все устали. Ну и чё такой жирный? Отсылку для Максона делаю. Короче, пацаны, шучу, Максон. Я очень сильно устал. В Москве. Уже устал, там все тёлки только липли ко мне. Они мне в ногу цепляются, я их трясу такой. А, вот жалко, я не заснял. Мы, короче, шли. И там тупо перед нами такой Порш проезжает, такой пиздатый. Я помню, на 6-м иду. Ну там, где. Короче, иду, короче, там, где я живу. И там это, Лада такая проезжает. Ворчит. Так же, как этот Порш. Короче, в Москве просто люди образованные, нормальные. Короче, я приеду, еще попиздим. Пацаны, я хочу спать. Я засыпаю, короче. Сейчас покажу вам Руф Клин. Буфона, короче. Вон Буфон, короче. Вон он сидит. А? Неважно. Дорогим людям. Это что ли, лидер? Ты даун, Буфон? Ты что там ржешь? Придурки. Идиоты. Короче, пацаны, наконец-то мы приехали. Наконец-то. Не выясняют, где выйти, а мне вообще похуй. Я, блядь, наконец-то приехал, блядь, наконец-то. А, первый раз так рад клину. Че, где выходим? Пацаны, постоянно вот это вот. На крыше какой-то монстр жал. Я пытался заснуть, но с такими звуками хер заснешь. Блин, там вглубись на свою камеру. Блин, да там... уж. И, пацаны, наконец-то! Дай понесу. Наконец-то! Фу. Воздух того самого дерьма, где я живу. А, чувствую запах настоящих клинских бомжей. Бля, как я рад, как я рад. Какая же это долгая поездка была. Все ради этого долбанного влога. Пиздец. Пиздец. На, Колян. Давай, Колян, уже проходи. Давай, Клин, давай. Побыстрее, Колян. Давай, Клин. Ты что, Клина не рад? Ждал, давайте ворота открывайте. О, да! Ты зашел на территорию клина. О, да! О, да! Пацаны, короче. На этом все, как всегда. Это не пацаны, а зрители. Я хер знает, может, у меня не только пацаны. Короче, всем пока. Всем поебать что-то. Заткнись, я ролик снимаю. Короче, всем пока, я заебался. Лайки, короче, пока.